Отношения друг к другу у участников дорожного движения, к сожалению, не всегда складываются гладко. Часто между водителями и пешеходами отсутствует взаимоуважение, что ведет к нарушению правил дорожного движения, а иногда и к трагедии. Стражи порядка на дорогах владеют информацией о наиболее проблематичных участках буйских улиц. Так, например, трасса возле школы номер 9 в Завёковском микрорайоне. У пешеходов, особенно в час пик, это перед началом учебных занятий, часто возникают проблемы с переходом дороги. Большинство этих пешеходов – дети, которых водители не пропускают даже на переходе, зачастую мчатся, не снижая скорость, и не принимают во внимание преимущества пешеходов. Рейд возле школы дорожные полицейские провели совместно с юными инспекторами дорожного движения 9-й школы. Подобные акции призваны напоминать участникам дорожного движения о соблюдении правил и взаимовежливости на дорогах. К сожалению, многие водители не пропускают пешеходов. Здесь находится рядом школа номер 9. К сожалению, здесь один пешеходный переход, по которому дети могут перейти дорогу. И поэтому мы сегодня встали с утра, когда поток очень большой машин, встали здесь с утра для того, чтобы водителям напомнить, чтобы останавливались и пропускали пешеходов. И также, чтобы пешеходы соблюдали правила дорожного движения. Пешеходы на этом дорожном переходе ведут себя... Они боятся, потому что многие подходят и жалуются, то, что водители не пропускают. Сегодня вот мы провели такую акцию. Вот, и надеюсь, в будущем у нас получится искоренить это все. В других местах не перебегают, мы с этим боремся. То же самое напомню еще раз пешеходам, то что прежде чем вы подходите к пешеходному переходу, вам нужно обязательно посмотреть налево-направо и уже дальше, убедившись, то, что транспортное средство вас пропускает, просто переходить равномерным шагом дорогу.